Антонио Бандерас. Брутальный актер, который ассоциировался всегда исключительно с ловеласами и пожирателями женских сердец, в последнее время сильно сдал. Сказалось на внешность ухудшение здоровья и то, что он запустил себя. Татьяна Догилева. Советская и российская актриса, обладательница непередаваемого шарма, всегда была в центре внимания. Но со временем лишний вес стал ей большой проблемой. Однако Татьяна решила, что важнее быть счастливой, чем стройной. Бьянка. Королева российского R&B исчезла на несколько лет с музыкальной сцены и вернулась с изменениями во внешности. Хочет надеяться, что она найдет путь к восстановлению своего прежнего облика. Стивен Сигал. Эта звезда боевиков прославилась в первую очередь своими трюками и атлетизмом. Но сейчас Сигал не такой крепкий и стройный, и это естественное изменение с возрастом. Ева Польна. Экс-солистка группы «Гости из будущего» считает, что стройность не самое главное. Она приняла себя такой, какая есть, и это ее личное решение. Бритни Спирс. Певица прошла через многое в своей жизни. И даже пластика не может стереть с ее лица последствия нездорового образа жизни. Максим. Певица столкнулась с различными проблемами, включая алкогольную зависимость. А пьянство, как известно, негативно влияет на внешний вид и здоровье. Анна Семенович. Бывшая фигуристка и певица больше не стремится поддерживать стройную фигуру. Ей важнее быть счастливой, чем следовать диетам. Александр Домогаров. Знаменитый актер также столкнулся с проблемами алкогольной зависимости. И это очень сильно повлияло на его внешность и карьеру. Анджелина Джоли. Джоли, безусловно, все равно остается роскошной женщиной. Но в последнее время ее внешность все больше удручает. Есть все основания полагать, что у нее анорексия. Уж слишком изможденной она выглядит.